На покрывало, сейчас я вам прикуплю. Хорошо. Расповедай. Болит. Давно болит? Слушай, это у меня еще на зубу тогда работал. Что свиньи я вводил, свиньи мне дернул, аж вот только мне ударил. Кто дернул? Свиньи. Ну, верно, я держать не помню. По 100 дням меня постоянно бывает и большинство... Так все давно было? Да, да. Сколько? Год, два, пять, десять? Да и больше. Я постоянно ходил, мне поправляли косточки, уколы давно. Ну, поправляли еще, легче стало? Ну, вроде да, легче стало. Ну, уколы делал, да? Да. Ну, а это уже сбило с ног вообще, да? Да я вот так присел, должен это, вот так, дровы кинул это, что сыновья, друзья, должен приехать, 97 день рождения. Что шашлык? Как вставал, как хватал спину, все. Тяжело, не подали ничего, понимаешь? Крутился я... просто, или... Я, ну, я просто большинство меня левой стороны. Вот так левый что-то беру. Один раз тоже у меня был. Я вот сидел на диване. Хотел пепельницу взять. Вот так левый. Крутанулся. Да, а значит, левой стороны. О том, что ты крепко спазмированный. Вот ты крутанулся, оно сместилось. Должно на место стать. А он и стал. Сместилось там его трощатый сустав. И постоянно импульс подает, защиту включила, держать, не допустить больше его смещения. Сейчас болит, дают сюда, и сюда, и... И яйца болят. Да. Снимай кофту. Футболку снимай. Тебе сны снятся? Футболку тоже снят? Да. Сны снятся тебе? Нет. Знаешь, о чем это говорит? О том, что мозгу не хватает кровообращения. Давно не снятся? Да хер знает. Ладно, давай. Смотри, вот видишь линия. Ну вот куча линий. Вставай, только я посмотрю задом ко мне, чтобы я посмотрел зазоры. Ну вот по линии, стань пальцем. Пальцем по линии, здесь, по любой. Да. Вот так? Да. И стой ровно. Ну как ровно? Как тебе удобно? Так вот у нас тут 4 пальца. А тут 3 не пролаза, то есть 2. И закрученный вот так, то есть, оця рука, подивись, де? Бачиш? Рука. А та, вот так стоїшь. То есть діафрагма тебе тут підтягнула. Ножка діафрагми. Понял? Так і що таке ножка діафрагми? Я теж, як я смотрю, вроде ти ззаду тебе що криво, вот так. Криво. Да. Руки не мають, плечі болять? Ні, руки, так. Да. І сюди, на. І плечо болить. Сейчас я болит. Недавно дивидин, я поехал, мне делали укол между косточками, это как называется? Блокаду. Блокаду делали. Потому что тут болело так, я ночью так, стал... Так слушай, ты же не причину убрал, ты просто уколол, и тебе прервали связь с мозгом, а причина не ушла, а причина в позвоночнику. Я поехал там, это врач, жена с сахаром лежала там, я звонил, она говорит, приезжай, у меня рядом, без никого. Издалека заходишь. Я говорю, блокада не решає вопрос, вона просто прериває связь з мозком, і тебе боль, ну ти не просто прервали связь, а процес йде, і процес тут виновато, щоб тебе боліть локоть. І поэтому тебе не стоїть, тебе давлення зараз, мабуть, страшне, якщо тобі не сняться. Та я давлення вже лікарство п'ю, так. Да. А, лікарство п'єш? На давлення, так. Да. А ти знаєш, що давлення? Уже. Давлення, знаєш чому? Тому що ти спазмірований. Мышцы спазмируются. Слушай, сосудистые пучки зажаты, все сжато. Понимаешь? И мозг подает команду через нерв. Сильнее качает сердце. А ты пьешь таблетки, прибываешь сердечную мышцу. И давление меньше. Но мозгу хронически не хватает постоянно кислорода из-за этого инсульт. Я... Понял? Садись. Я поехал. Садись. Туда лицо. Это институт, мне проверяли, вроде как у тебя это, как... Ну, сердце там, да. Слушай, вот это все лечится у меня, ручная работа, понял? Медикаментозно, это не лечится, кроме там и капельки, и там компрессы.
такой. А если ты хочешь ожить немножко, надо поездить, полечиться. Потому что просто тут похрустеть, тут тебе крепкий миофасциальный синдром. Сейчас я померяю давление, пройду по триггерным точкам, и ты поймешь, как оно все болит. А может сейчас еще не будет болеть, через 2-3 сеанса только уже, либо тебе блокад надело. Так чтоб ты знал, в блокаде присутствует гормон, який суше, разрушает хрящеву ткань и меняет состав синальной жидкости. Тебе это сказал? Нет. Так, конечно, тебе чтоб не болело. Правильно? Да. Да. Хоть яда в ковите, только чтоб не болело. А если сны не снятся, значит мозг у них атака кровообращения. И проблемы со сном могут быть. Если ты проснулся, не спишь, или не заснешь, или встал, то я сходил и не спишь. Понятно? Со сном проблем нема? Ну, нормально. Плохо сплю. Ну, вот это все. Да, оце. Пока не скачаем, можешь говорить. Сейчас все. Молчи, перестал качать. Только слушай. Ты же убивался год там 40 чи 50, чи 50 с чем-то. Та машина есть, ты меняешь там клапана, регулируешь, колодки, что-то еще. Меняешь машину, новую купляешь. С собой что ты делал? Ни хрена, поехал тебе блокаду, уколол и все. А надо причину убрать, причина на все есть. Любые суставы болят, если ты их, конечно, не повредил, не ударил молотком и не прострелил тебе локоть или колено. Болит из-за позвоночника. Все суставы, мелкие вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Коліна, голеностопы, пяточная шпора, все из-за позвоночника. И воно все лечится, только вручную надо причину убрать. Вот я могу убрать причину. Понял? Только надо ездить лечиться. 164. Ну вот. 164 на 80. Так это сейчас лекарство. А так бы было 200. Там не 220 было. Да. Какой ты года выпуск? 66-го. Ну ты такий, як я, на Йосипова хат. Ай-яй-яй. Вот так ты себя убил. Да, даже у меня давление повышено было, даже я не чувствую. Так мне правильно, не ты не знаешь, что ты не чувствовал, так и не надо было пить таблетки. Хай лучше будет 160-170, а так ну 220 это уже до хрена. Да, 220 на 120. На 120, это говорит о том, что я крепчайший миофасциальный синдром. Вот если надо поездить, полечиться, и ты оживаешь, и рука в тебе пройде, и плечо, и локоть. Понял? И головні боли из-за этого участка. И у тебя еще ком в горле. Это ком в горле. Тебе хочется так вот тянуть. Вот это тоже... Да, да. За это ты не кажешь. Шум в ушах из-за этого. Или в голове. Два месяца уже не курю, да, просто. Да.